Полдень на часах, а значит, пришло время региональных новостей. С вами Валентина Скворцова. Здравствуйте. Сегодня день эколога. К дате особое внимание, ведь 2017 объявлен президентом годом экологии. Сегодня эта наука охватила все сферы жизни человека. А защитники природы делают все больше исследований и все чаще приходят к интересным выводам и открытиям. Например, студенты САФУ уже давно погружаются в океан арктической темы, и их разработки получают многомиллионные гранты. Эти небольшие по размеру аппараты смогут сделать большое дело для Арктики. Прежде всего, сохранить ее экологию. В капсулах пробы океанской воды у приборов ученый САФУ, кандидат химических наук Николай Ульяновский. Как говорят, за такими, как он, будущее. Николай стал первым представителем вуза, удостоенным гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Сегодня он в поисках суперэкотоксинов и полиароматических углеводородов. Понятие сложное, но представляющее угрозу экосистеме окружающей среды. И как раз этими соединениями мы и занимались в течение 3 лет выполнения проекта. Нами разработаны были новые способы определения данных соединений в почве, в снежном покрове, в льду. Насколько загрязнена арктическая вода, изучают в Центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика». Мы разработали 4 новые методики по определению различных загрязняющих веществ в морских водах и в прочих объектах. Все это попадает в общую базу данных, и эта база данных позволяет визуализировать уже непосредственно загрязнения, нанося их на карту. Таким образом, любой эколог может видеть на этой карте распространение того или иного загрязняющего вещества или элемента прямо по Арктике. Флора и фауна Арктики также в центре внимания ученых. И тут без маленьких научных открытий не обходится. Например, в 15 и 16 годах по результатам исследований красных водорослей Белого моря получены уникальные субстанции, которые уже внедряются в фармакологии и пищевой промышленности. Артемий Заварзин, Архангельское телевидение. И в продолжение темы обеспечения экологической безопасности и сохранения уникальной природы России – одна из ключевых задач, которую ставит перед собой правительство региона на 2017 год – год экологии. И оберегать природу должен каждый. Причем это не сложно, а скорее наоборот. И это доказали организаторы экологического праздника, который прошел в Потешном дворе. Его главным событием стала игра «Эко-квест». 300 человек. Такого массового участия не ожидал никто. Воспитанники детских садов, школьники и семьи. Всех разделили на команды по 5 человек. За каждым пунктом закреплен ответственный, который давал конкурсантам задания, вопросы, кроссворды, головоломки. Все по экологической тематике. Чем больше команда дает правильных ответов, тем больше получает баллов и, соответственно, шансов на победу. Надо было прочитать грамотно, быстро, определенные, длинные, сложные слова. Химический синтез. Да. Как справились? На 8 баллов из 10. Мероприятие направлено прежде всего на, значит, творческое развитие детей и молодежи, на экологическое просвещение, на формирование бережного отношения к природе. Все участники эко-квеста получили призы и хорошее настроение. Помимо таких эколого-просветительских мероприятий, правительством региона на лето запланирована уборка берегов рек, очистка населенных пунктов и лесных массивов. Для творчества нет границ. Накануне в клубе «Колесо» состоялся благотворительный концерт, в котором профессиональные архангельские музыканты выступали вместе с людьми с ограниченными возможностями. Ищем друг друга, забыв про года. Елена – инвалид первой группы по зрению. Способность видеть она потеряла в результате болезни 17 лет назад. Выдержать удар судьбы женщине помогла музыка. Она часто выступает на благотворительных вечерах, но петь на одной сцене с профессиональными музыкантами ей довелось впервые. Всегда хотела петь, а как-то родители раньше не отдали на музыку, поэтому как-то все это зрело-зрело в течение жизни, а потом появилась возможность вот поучиться в музыкальном колледже. И мне очень понравилось это. Пою совершенно разные песни, романсы и эстрадные песни, популярные, и рок.
тоже, но очень редко. Идея объединить на одной сцене профессиональных музыкантов и людей с ограниченными возможностями принадлежит волонтерской организации «Квант Милосердия». Проект получил название «Айсберг». Это была такая интересная задумка, ведь айсберг, его не полностью видно над водой, только какая-то определенная часть. Так же, как и люди, получается такое сравнение человеческой души и айсберга. Получается, как айсберг скрывается, что-то мы все равно скрываем от всех. То есть, чтобы люди раскрылись свои таланты. Со сцены звучала музыка совершенно разных стилей. Спокойные романсы сменяло резкое звучание гитары в рок-композициях, после которых концертный зал заполняли ритмы джаза. Такой музыкальный букет создал удивительную, ни с чем не сравнимую атмосферу. Очень приятная атмосфера и такое ощущение, как будто вокруг одно добро. То есть все люди очень искренние вокруг, и те, кто выступает, и те, кто поддерживает выступающих. Приятно все, друзья выступают, все нравится. «Айсберг» — это не только концерт, но еще и благотворительная акция. Все вырученные от продажи билетов средства пойдут на поддержку молодежного клуба для людей с ограниченными возможностями «Ютайм». Это здорово, когда есть люди, которые помогают молодежи, детям с ограниченными возможностями здоровья идти вперед, двигаться на пути к своей мечте, к цели. И благодаря таким людям дети и молодежь понимают, что их возможности, в принципе, безграничны. Организаторы уверяют, этот концерт не последний. В планах сделать «Айсберг» традиционным событием, а в следующем году расширить число выступающих музыкантов. Михаил Меньшенин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. В Архангельске прошел чемпионат области по пейнтболу. Раскрасить серые будни в яркие цвета решили спортсмены из столицы Поморья, Северодвинска, Вельска и Мирного. Команды состязались в двух дисциплинах по количеству участников – 5 на 5 и 3 на 3. На выявление лучших в каждом матче отводилось 8 минут. Кто-то укладывался быстрее, набрав 3 победных очка. Зарабатывали их не только мужчины. В пинболе и синяки, и можно пораниться, неправильно сделать, допустим, подкат. Вот. Но адреналин, когда ты выходишь на поле, адреналин, он перекрывает все. Хочется играть, играть и играть. На победу в дисциплинах 5 на 5 и 3 на 3 наиграла команда «Коррупция» из города Мирный. Оба раза она не подпустила к верхней ступени пьедестала почета хозяев площадки – дружину «Черная метка-1». О развитии событий расскажем в 16 часов. До встречи!